Чемпионат Украины по кантри-кроссу среди квадроциклов Баги Мото. Первый этап 23-го года. Это на ознакомительный круг пока едут. Пыли будет много. По-моему, это баги вне зачета, если поедет. Ну, на прогресс, на этот ознакомительный поедет, а в гонке не участвует, к сожалению. Ё-моё, как тут будет пыльно, это капец. Едут по два заезда, час либо 6 кругов, чтобы настанет быстрее. Это заезд мото, кросс, по-моему, и квадро, что-то такое. Вот и мото. Это на втором круге уже. Начинают уже догонять. На третьем круге лидер. Уже участник мото. Да, наверное, лидер квадро несет сюда.
Попал, чувак, на моте. Ну, поднял. Такой прямик большой, подъем. Поехали багги, ССВ Open, ССВ Sport. Кого-то хочет обогнать, походу. Дымят, конечно. Точнее, пылят. Так прыгает резво тут. Mm-hmm.
мигалкой. Сирена где-то близко. Со своей профи поехали. Поехали. Ты где-то тут уже недалеко к финиш круга, начало следующего.